Лёнь, расскажи о твоем проекте, что это будет, всем очень интересно слышать. Идея дворовых посиделок пришла ко мне после просмотра сериала «Приключения Мишка Япончик», а также сериала «Ликвидация». Это старая добрая детская традиция собираться всем двором и праздновать все вместе. Сегодня мы празднуем первый день лета. Лето всегда для Одессы это праздник, потому что к нам приезжают туристы, к нам тянутся инвестиции, в конце концов. И мы все счастливы, что в Одессе началось лето. Зачем, скажите, вам чужая Аргентина? Вот вам история Каховского раввина, который жил в такой прекрасной обстановке, в таком чудесном мой городе Каховке. И у раввина была сзади дочка Йента, такая тонкая, как шелковая лента, такая чистая, как мытая посуда, такая умная, как целый дом Талмуда. И женихову этой Йенты был. Это лет 20. Будешь мне напоминать. Вот, ну, все, посмотрели. Thank you.
пианино. И пальму черного мечтаю получить. Я же как кот в окно. Теперь мне все равно. Я раньше всех готов свой факел потушить. Thank you.